まあありがちなエラーだね。戻されちゃった。階層かなんかに入ったのかな。まあちょっとね、ちょっともう一回行ってみよう。Что за черт? Так себе видок, да? Что случилось? Так себе видок, да? Твари эти атаковали. Последняя до меня добралась, а я ей башку снес. А теперь застрял тут. Зачем это? Эй, я тут все патроны на эту тварь потратил. Патрон не одолжишь? Сейчас поясню. Я отсюда не выберусь. Так что... А, 会話ができたんだ、近づけば。さっき普通に助けてあげちゃったけど。まあまあまあ。楽にしてあげるなんて方法もあるけど、助けてあげよう。Погоди. Должен быть способ отсюда выбраться. Я не против. Хочешь поискать его? Валяй. Только...おい。Только не оставляй меня тут。さっきと同じだ。はい。このイベントを、イベントというか、ちゃんとお話を交わしたことによって、さっきの、タチアーナに送った誕生日品、触れた瞬間、またゲームがエラーなんてことがなくなってくれるといいんだけど。またやってきたが、これ触れてまたダメだったら違うクエストをやらざるを得なくなっちゃうが。Боже мой, это же музыкальная шкатулка, которую я подарил Тане на день рождения. Как это возможно? Тут еще что-то.На на 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 О, так ты нашел его, старина. Это же твой, так ведь? Жучок. Прослушка, разве нет? Ты кто такой? Да что тут творится? Он хотел, чтобы ты пришел, чтобы нашел этот старый чемодан.Этот безумный старый ублюдок сказал, что это привлечет твое внимание. Верно? Поторопись. Что? Привлечет мое внимание? О чем ты говоришь? Здесь говорить опасно. Опасно. Встретимся в соседнем здании. Только подожди здесь ровно одну минуту. Понял меня, дедуля? Старина, мышь. Совсем с катушек послетали к чертям собачьим. Что за банда психов?なんか、オールドマンとか言われてるけど、誰かと勘違いされてる?というか、誰がいた?今。どっから喋ってきた?ともかく、この辺安全じゃないから、場所を移そうと?ん?ん?人影。人影?人?え?あ!で、正面から殴りかかってキルができるのかわからない。後ろ向いてくんないかな。今、タチアナの幻覚のようなものが、この兵士には見えてないのか?今、そこにいたよね。あ、キュッ。錯覚か?待って、何に見られてる?
何に見られてる？今確かにいたよな。奥のなんかあの壁の柄でそう見えちゃっただけ。近い近い近い近い、反対向いてくれ。よし、はっ、あ、はっ、よし、今ここにいたよね。で、この音は、この音は何？これが立ち穴に見えただけか。目の前にあるあの建物、兵士一人？やっちゃうか。うわ、また人形だ。Давайте, парни, чем быстрее закончим, тем быстрее вернемся на базу. Степан, что там с этими тварями? Не видать? Нету. Все чисто. Но могу сказать, чем быстрее вернемся, тем лучше. Никто не спрашивал твоего мнения, Степа. Нанда, има. Доко де ханаште та?あ、こっちから行けんな。めっちゃ気味が悪い。誰もいない？ここにデカめのキノコ。足音がする。足音が結構するから立ち止まってる敵がいると対策のしようがないんだけどね。あれ？どこ行った？あ、なんかいろいろ置いてあるな。中入ってったかな。あ、向こうに行った。あ、いたいたいたいたいた。なんだ？なんだ？セーフ。この音を聞くとまたあの緑の発光している生物がワープしてやってきたんだと。めっちゃ近い音が。どこ？上か？いや、とりあえず探索してみよう。何もないかな。いや、音がやだ、音がやだ。あ、戻ってきた。多分上の階だよな。なんでこんなに壁にいろんな物
ものが書かれてるんだ。あ、ライトが切れる。開かない。この辺は全部開かないのかな。なんかあるみたいだけど。あ、開く。で、ライトが切れた。オッケー。いた。すぐ逃げちゃうんだよね、あいつ。シャドウってなっ。よし。あ、空間転移中はダメージがあんまり入んないんだ。あ、ショットガンがあったけど、もう持ってるんだよな。同じだよね、これ。同じだね。重複した武器を持っててなんかいいことあるかな。うん、これももうすでに持ってるんだけども。まあいいや。この音がまだ鳴り響いてんならどっかに潜んでるな。まあ、近づいてきた時、あの時空空間通ってくるから分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけど。階段だ。ライトが切れちゃうのかな。すぐ復活するんだけども。よし、上行こう。おっと、勝手にドア閉まるなよ。あ、いた。こっちにやってくるかな。後ろ？あ、本当にダメージ入んないな。あ、弾なくなった、ショットガン。もったいね。あー、ショットガンの方が全然強いな。弾を消耗しすぎちゃった。あ、開く。テレビ？テレビがあるとまたタラカンにはめられそうだからやめてほしい。草が貫通してる。なんか置いてあるな。読めない。さすがに読めないけど KGB って書いてあんね、上の方に。こっちで合ってんのかな。ドッキリだけはやめてほしい。この人が。А ты мне уже нравишься, бунтарь. Не стал ждать, как я тебе сказал. Не просто оказалось тебя сюда заманить. Теперь, когда ты меня слушаешь, он хочет проверить тебя, чего ты стоишь, избранный ли ты, мессия ли, бла-бла-бла. Ты так шутишь, да? Типа того.Но старый безумец и правда хочет тебя испытать. Крысиный король, он промолвил, либо подлинный верующий. Тоже он.
Все, с меня достаточно. Не-не-не-не-не-не-не. Он мне так сказал. Хочешь знать правду? Пусть выбирает. Сделает мудрый выбор, и я все ему расскажу. В общем, старина, сосредоточься. На столе две штуковины. Первая – детонатор. И вся эта чертова дуга взлетит на воздух. Вторая – примочка для контроля над разумом. Можешь взять ее и повелевать людьми. Заставлять их творить безумные вещи. Она работает, точно тебе говорю. Еще он сказал, только подлинный верующий, ищущий правды, поставит высшее благо над собственными интересами. Он? Кто это он? Боже, да вы оба чокнутые. Это не так уж важно. Что важно, так это завоевать его расположение. А внимание его ты уже привлек. なんか彼って言ってんだけど、彼って誰のこった？そしてブロー、ぶっ飛ばす。ぶっ飛ばすかぶっ飛ばさないか。レーダーがどうのこうの言ってたけど、その前に彼って誰？Ты кто вообще такой? Я не с тобой говорил по радиосвязи. Так и есть. Я просто скромный вестник. Он стоит за всем этим. Ха, последний совет, на. Я бы не злил ему, но он крыс убивает просто для развлечения. Встрянешь в него на пути, и бог знает, что случится. О! とりあえず破壊しよう。メッセンジャーだって言ってたけど、あの人は。これがオリバーの言ったどでかいレーダーのことだ。兵士が普通に歩いてた。兵士が普通に歩いてるんだけど。破壊した。クエストコンプリート。とりあえずレーダーは破壊したが、いまいちその立ち穴につながる手がかりは得られなかった。まあ、あの誕生日に送ったあの不気味な人形ぐらいか。あの人は。まあまあまあ、とりあえず帰るか。オリバーはもういないんだけども。